Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Для кандидатов-самовыдвиженцев необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей граждан. Причем из одного региона можно представить не более 7,5 тысяч. В качестве самовыдвиженца в этих выборах будет участвовать действующий глава государства Владимир Путин. Одинцову поставить свою подпись за него жителям помогают волонтеры. В основном это молодые ребята. Например, Арина Логинова, студентка столичного вуза. Ну, во-первых, год волонтера, да, я вообще на самом деле давно занимаюсь волонтерской деятельностью, и именно политическое волонтерство мне очень интересно. И поэтому я решила вот принять участие в сборе подписи, потому что, во-первых, я люблю общаться с людьми, и к нам приходит достаточно много людей самых разных возрастов. Вот вчера и бабушки, и 80-летние приходили, 20-летние приходили. Вот. И, во-вторых, мне интересно просто поддержать кандидатуру президента. Поддержать Владимира Путина может любой совершеннолетний человек, зарегистрированный на территории Московской области. Для этого достаточно прийти в пункт сбора подписей. При себе необходимо иметь паспорт с подмосковной пропиской. Сбор подписей в поддержку кандидатов продлится до 30 января.